Поправки в Конституцию Казахстана обсуждают российские политологи. Реформа расширит роль Мажилиса при формировании правительства и полномочия парламента по контролю над деятельностью Кабмина. Передача законодательных полномочий президента парламенту, расширение его контрольных функций окажет большое влияние на развитие государства, так считают эксперты. По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, поправки значительно усиливают позиции и парламента, и правительства Казахстана. Сейчас ваш президент сознательно развел ветви власти. Законодательство теперь монополия парламента. Указы президента являются подзаконными, а законы даются только парламентом и ни в какой форме не могут издаваться президентом. Эта система, в принципе, существенно усиливает не только парламент, но и правительство.